Подожди, почему я не могу захват игры? Почему я не могу отмасштабировать это говно? Не знаю, у них там он сам как-то сворачивает, я уже не помню. Давно не ковырялся. Так, захват игры. Нет, давай лучше. Да, захват игры, ладно. Захват игры. Мы через 5 секунд полетим. Че, правда что ли? Да. Упс. А, вот все появилось. Угу. Че, на змейку? Я хз. Давай, на змейку. А что у меня по... О, господи. 18 фпс, что так много? 60? Как бы 20 фпс играть. Классно. Ты будешь пули видеть? Или нет? Так. Гостя вижу. Двух гостей вижу. Еле-еле в 30, не стартовал. А уж хальба. Спасибо за винтовку, конечно. Но, блин, с этими лагами, господи. Помню. Вчера себе еще кого-то убил. Бля, куда попался-то? Дядя. Вчера себе на дробовик розовый, блин, охереть можно. И вам пролагаемся. Бля, ворвана срака. Где? Где второй-то тело? Я уже сказал. Я пошел. Ты все сажал? Да. Вроде я забыл, кстати, под дерево сводить. Ну что-то пока что никто не заходит, по-моему, стрим тебя насрать. С такими лагами обычно. У тебя должен быть один зритель. Я через этот. Я говорю, у тебя должен быть зритель, я вообще зашел вообще. Ну это я. Ну я тоже у тебя на стриме. Он напал здесь. Ну, да. Тебе на дробик зеленый нужен нормально? А? Да. Ты нету? Не дедовский. Походу на... там один... Ой, а она стреляет. Какой стрелок? 240. А, вижу. Одного вольнул. Ага, я вижу. Ой, как тут это? Что-то, блин, у меня лаги, блин, такие жесткие, блин, я тащу, блин, лучше, чем обычно. А, это так, я тебя. Такое ощущение, что когда лагает, играется короче. Здесь вот не хватает бинтов-то сейчас. Ауш, коляра! О, рвана срака! Так, я сделал в окне, потому что стало намного хуже. Нормально. 45 хп, 40, сука, 5 хп. У меня есть бинты. О. Дай мне бинтик, я замотаюсь. Так, 60-75. Бабочка напугала. Хрена ты тут даешь, у тебя уже 3 кило. Ты что, убийца что? Он строится на энд, не даже на пит... Не сейчас, на энд. Погоди, я тут настраиваюсь опять. В городе. Что-то факап, что-то факап. Ау. Коляра! Ну так вроде как минус. Вау! Упал. Ага. Коляра! О, слушай, вот так более-менее еще играет. Ну там разрешение говно, конечно, но... Чё поделать? Пить. Ещё что поделать? Постройки, постройки. Там осторожно надо. Справа будет постройка, он может быть. Там уже ракеты. Вон прямо перед нами на дамбу. Ну я тебе говорю, что там тело.
Я вижу снизу уже тело. Уж коляра, поурбана, сетра. Вот посмотрите, все идет более-менее. У меня все идет херово, блин. Что за приколы вообще такие? Вот это прикол. Нихуя, ты баклан. Ой, что это такое было? А где это тело видео убегало сюда? А ну здесь что, у тебя есть патроны на пистолет? У меня 24 патрона условно в пистолете. А, у тебя пистолет что ли? Я думаю, у тебя автомат. У меня автомат и пистолет. Так, сзади слышу что-то. Сзади какие-то активности, я вижу калаш, кстати. Не вижу калаш. Еще один даже калаш вижу. Я вообще по говна вижу. Сзади нас какая-то активность была только что, я слышал. Она и спереди должна быть. Потому что я видео тебя убежал. Ух, боже. Так, где выход? Если он все застроено, нахрен. А, у меня 0 патронов было на калаше, и у меня было 30 патронов в загашнике. Класс. Это судьба. Там какие-то стройки, какие просто вдали. Здесь уже выдержали нахрен, заутали все. Не вижу. А уж. Я помню какую-то ситуацию, недавно была, когда играл со стримером этим. Захожу в дом, там, короче, это... Пацан бегает, я смотрю что-то, он по мне первым не начал стрелять, я думаю, типа, это собой посмотрю, у него ника нет, такой, ёб твою мать, да, это не может блядь, за твоего. А он это, ну тоже, видимо, поздно среагировал. И в итоге это, я вот таки вольнул, но меня там уже подбежали его друганы и тоже убили. Слово тело заходит. Где, где, где? Куда мне где-то? Кто по кого стреляет, по тебе? Это я по нему стрелял. А, по нему. Одно не знаю где. По-моему, наверх поднялся. Наверх творишь? Можно выкурить. Я наверх. Стой, стой, отойди, отойди, Сап, иди ко мне. Слева, это слева, по-моему. Спрыгнул. Да. Сука, надо ее валить. Тут тело на улице. Сзади, сзади, сзади. Меня ранили. Так здесь на улице, говорю, у входа прям. За дверью. Там двое, да? Господи. Да это, блин, сами этот. Да, там был призрак и второй не призрак. Так. Я призрака валить начал, когда забежал. Надо было не забегать. Вот на стриме все смотрится нормально, но почему, блин, у меня в игре-то жопа. Ёпта. Так это и работает. Так, где там код на это? Сдать приоритет, ну свой. Что так будет лучше? Сейчас, кстати, тоже играли с друганом. Но. В эту в КС. Он же, у него же монитор-то умер на ноуте, он хочет себе купил моник. Ну, типа как у меня вот большой. А разрешение тоже 1680-1050, ну вроде не Full HD, но и не это. И не самая маленькая. И в итоге он заходит, а у него 20 FPS. А так было сотня. Вот. Так, он лучше не спал. А, нет, уже стало лучше. Стало 40 FPS. Сейчас, но вижу вот. Если резко повернуться, то будет сюда. Огни видок сильно хотят. Ауш, халява. Где, чё, куда? На дома? Куда? Нормально. Ну, ты пима. Сколько у тебя? 40. 40? Пойдет.
Сейчас что-то просадочки какие-то бывают, но я не знаю почему. Что, есть привал у нас? Не вижу. Да есть, недалеко от нас. Не, ну я в смысле на наши дома. Это наши. Не учить его. Да. Да-да-да, порвана срака. Че? Да я высоко здесь есть. Порванный парус. А есть перепевка бабки, наверное, приела сейчас. О, калаш. А все мои любимые пушки, ну кроме, конечно, им. Блин, Касперский, не сейчас, пожалуйста. Касперский, бабка Касперский, блин, начинает вылезать, типа, зарегистрируйте свою программу. Так, всё, всё нормально, да? Ага. Ой. Я его. У меня такой есть уже. Есть? Кто там что-то написал? Кто вам что-то написал? Угу. А, я? Я в компьютере. Класс. А что я написал? А что ты будешь молять? А да, чего на Твиче, чтобы тебя видели и заходили на стрим, больше 10 человек иметь. Тогда ты еще будешь ходить нормально в десятку. Да, а сейчас стримера-то я смотрел недавно какого-то зарубежного, смотрел. Ну. Тоже нормально так размотал, короче, остался, получается. Они играют вдвоем с каким-то пацаном, типа, против складов. А. Вот, и он, получается, остался... Один. Ой-ой-ой-ой-ой. Берешь? Да, беру. Винты возьми. Ага. Винты. Никуда. А уж коляра. Ой, срака. Ну-ка посмотрим, что там тут. Синий мальчик пройдет. А, ага. Неплохо. Я разобрал. А в доме кирпичном тела вон бегают. Ну, я через винтовку вижу. Кирпичный дом, который далеко, знаешь, что у этого поселка долго. Да. Я пошли по реке, а если пошли. Подниматься не слышу. Просто отслеживаю заранее. Чё, Вика-то не заходит, но обещал же посмотреть стрим. Не знаю, что там видать. Хотел, точнее, на стрим. Жаль, что тут жаливаться умеет. А где? Как откат-то где? А он будет сюда, заявление, блин. Эх, мне бы сейчас 3080. Хотя, мне хотя... у меня процессор не хотя не будет. Мне хотя бы 980. Я бы тоже не отказался. Мне бы хотя бы 750, ладно. Мне бы хотя бы 650. Нет, уже слишком мало. Ну, блин, та игрушка, которую ты с него кидал, уже стих, она требует 60. Ну, у нее CryEngine лежат. CryEngine? Да. Ага. Так что я думаю, в принципе, минималка потянет. Жду, я хотя пополам. У меня игра фактически выставила средний. Да? Да. Но это как обычно игры любят, там, знаешь, что у меня некоторые игры любят и анизотропный фильтрацию 16 выставить, чтоб мне было низкий пресс. А в Мастерона, там на стадион 105, это я тело видел. Где? Убегало. Вот здесь? Да, да, на прямую не уходи. Куда сюда получается, они. Или что ты думаешь, я на этот остров полетел? Долетел. Прям перед островом карта кончается, то есть ты как в границу упираешься. Mm-hmm. Ну и обратно. Зато спокойно обратно долетел до унитаза. Вообще без проблем. Ну, меня, правда, там сразу завалили, потому что я бил всего. Mm-hmm. No. Тело вижу, на С забежал только что в средний барак. Ага. Ты по нему работаешь? Нокнул одного. Ага, вижу. До свидания. Ты обоих кидал бы. А, нет. Поджал меня. Где он? Вот передо мной сейчас побежит, я не знаю. Гранату закидывает. А, у меня война,
Сзади, сзади, сзади меня. Ага, давай. Блин, где он? Где-то, падла. Вон. Убил. А, снова граната. Да я уже убежал отсюда. Так, что тут есть? Можно? А, ладно. Че, надо вин тебе дать? Да? Да не, ладно, не есть. Жалко. Так, у тебя бинты. А, ты что? У меня аптечка есть. Аптеку на. Нахер тебе бинты. Я бинты да сам возьму туда. 5 штук, вот нищеброд проклятый. Ну, ничего, ладно. Давай их вольну, уже неплохо. Ой-ой-ой. Я провалился. А вот и фильм. Что ты делаешь? Можно здесь сидеть и написать. Они пошли. Я вот жалко, если оружие нельзя уничтожать. Чтобы не подбирали его. Остальные. А у дельфина! Время набрело, я не помню. Выстрелил в спину, не ожидает никто. Где? Тут я, тут очки я. Мне интересно, мы одного убили, он без склада был. Ну, без пары. Значит, уже вольнули эту парочку. Вон тело бежит. А, впереди по стройке 285 тело прыгнуло. Через винтовку ни хера не вижу, ладно. И мне все размыто, потому что у меня 720 разрешение. У меня тоже. Он строится. Он строится. Домики строятся. Да, на домике. Чё, куда? Сейчас я его вижу просто. Значит, одну стену. Ага. Можешь стену расстрелять? А, нет, он, в принципе. Лишнего могли быть. А их там двое. Да все, все, они спустились. А, высоко слишком. Он тоже со снайперкой, осторожно. В окне справа. Кто не вылез? Бегу к ним с гранатой. Ура, спину. О, боже. По нам полетели. О, рядом с ним граната. Справа был пацан со снайперкой, внутри здания был просто пацан. Справа он вышел, смотри. Я вижу строить. Убегай! Где я убегаю? Вон у меня слава оба. Обегай! Вали! Меня сейчас завалят. Не убегаю. Нет, двоих вольнул. Ну красавчик, ты их обошел просто сзади и. А. Да. Получается, один отвлекся на меня, а второй на тебя. Ну, это бывает ошибка. Да. Да жалко, что тебя спасти не успел. Да ладно. Я был отвлекающим маневром в этот раз. На этот раз это была не моя участь, две аптечки. И раунд золотой. Эх, ты бы сейчас мне со снайперкой вот еще бы второй был. Че там, 27 человек? Да. Ну попробуем, что пойти. Выстрел в спину, не ожидает никто. Так, ладно, что на себе патроны то забираешь. Они систему-то ввели, которая автоподбора. Mm-hmm. Но это автоподбор такой говнистый. Mm-hmm. Он не все подбирает, когда ты прибегаешь. Да? Ну. Так, а вот у меня с нормальным разрешением уже лагает. Да? Так. 720 нормально, более-менее. Ну, хорошо. Так. Ну что, Слава, топ-1 тащи. Ну, постараемся. Стараемся, как-то Слава. Да, оружие такое, не очень удобненькое. Ну, мне не хватает какого-нибудь гранатомета, все-таки пулемета. Вижу тело. Блин, ты же уже мертвый. Ну, а,
Убил. Как так-то? Че, убил? Да, убил. Че мне не показали нормально это? Ну, потому что он меня и ненормально убил, я бежал, бежал. Ясно. Выстрел в спину, не ожидает никто. Мама, я в компьютере. Компьютер не висит. Такое. Я буду ой, ой, ой. Бублики, мне осталось 3 бублика. Бубляки? Бубляки? У меня фортуна зависла. Классно. Штука страшная. Не отвечает. Почти 3 гигабайта съедает. Настя сегодня привела в Кубу свою маленькую сестру. Да? Ну, которая Маша. Я помню, ты же их не видел, да? Ее сестру. Не-а. Ее только Глеб видел. Со Скотки. И его сестра Глеба, то есть. Mm-hmm. Ну, они же туда, на озеро приезжали. Ага, да. Все понятно. Не кажется, или сырков он стал меньше? Ну, вполне возможно. Что-то, по-моему, у меня было ощущение, что больше этого пластиночка. Да что ж ты, компьютер, что с тобой? Тебе плохо? Компьютер. Да, заверши задачу. Чё, чё, легче-то стало. Вы стали командиром группы, спасибо. Да. Интересно, если играть на маленьком мониторе. Там вообще будет разрешение 1280 на 1024. Ну, это практически то же самое. Ну да. Ну да. Будь здоров. Спасибо, спасибо. Если сделать интересно вот так. Нет, это говно какое-то. А для стрима без разницы. Донатить никто не донатит. А он у меня, по-моему, за экраном вообще где-то. Потерял. Чё? Нет, не отправить. Чё ты нахрен? Ты что всё тут? Аллах бабах! Я тебя уснула. Всё возможно. А, да. Оу, шкаляра. Ну запускайся, не сиет. Запустил Twitch твой стрим. Угу. Все повисло просто. Выключил, все нормально работал. Не распространение вируса через Twitch. Ну ха-ха-ха-ха. К твоему компьютеру подключился. Хм. Это все майнинг. Ни хера себе, у меня процессор грузится, ядра грузится на 100%. Ага. Так вот почему у меня есть такие просадки дикие? Еще мне просто... Давай. А, ну понятно, мне еще торрент отдает, а я тут думаю, что сюда полагает? Так. Ну что ты там? Присоединяюсь.
Ты меня пригласи. О, сразу стоит пес там, вот это понимаю. Ты что? Ты почему не принимаешь меня в группу? В смысле? Ладно, приходи сам. Не. Не набирай группу. Ого. А. Привет, Вика. Так. Это. Я убрал торрент и стало резко на 40 кадров больше. Какой у тебя голодный торрент? Угу. Не говори. Ага. Не буду. Может, я еще сейчас поставлю нормальное разрешение, мне все будет нормально? Не, ну это уже перебор. Нет, 70 кадров. У меня 130. 200, 300. Не забывай, что у тебя 2 гигабайта на видеокарту, а не одно. Одно? Да. Не будет. Я почувствую, что стримит слава, лол. Че, по звуку? Ну и как я по звуку просто что. Еще раз сейчас посидит. Ну давай попробуем микрофон добавить вот так вот. Нормально слышно? Я думаю, ну холм сам по себе. Ага. Или домик. Слушай, прямо вообще булочка, не гейминг, ё-мо. Не построим с тем. Ладно, я на бартенс. Я как обычно на дома лечу. Я эхом? Странно. Ну я хз вообще, у меня микрофон работает. А я даже не знаю, как скорее всего. Так, у меня вроде тела не прилетели. Сейчас попробую поменьше сделать этот звук игры. А у дельфина? Чего на брюхо винтом? Спасибо за патроны. Подожди, потом на... Помощь оружия нужно, нет, патроны? Мне пистолет, плаз, гранаты. Далеко от микрофона? Блин, слышу, что микрофон уже по миру не построится. А я тебя нормально слышу. Ну ты меня слышишь, потому хорошо, что через Discord. А я-то на стриме-то у меня наверняка отдельный микрофон. А, у тебя другой микрофон на стриме? Ну да, петличка. Вот за 100 рублей. А, на Discord ничего. Так, тебе броню оставить, да? Не, у меня есть. Пей. Так, пей сейчас, я выпью бронетона и сделаю метро на стену. Ага, ну, я вообще я прям в зоне. Я прям... Это будет смешно, если у меня какие-то ребята тут бегают. Всё возможно. Ты меня вроде не понял. Сейчас я тебя поправлю, всё, потерпи. У меня все пушки все серые. И пока тоже. Пару, пару. Пару. Давай. Пару. 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 Калашный. Калашный взад. Вторая добронька. Пошла у меня. Теперь тут настройки. Аудио. Микрофон. HD, вебкам, аудио, все дела. Ну-ка, Вика, теперь меня нормально слышно? Послушай, пожалуйста. А, ну я прям вижу по... Я сейчас, наверное, ору вообще просто. Рау-ру. Сейчас Вика такая, а, господи, он орёт. Она так не умеет. А чё так FPS много? Мне аж непривычно.
Ничего себе, Ирика такая, ничего себе, такая громко. Нормальное качество, да, Вика? Пойдет. А Сава теперь нет. Ну, блин, вы заколебали, вы уже определитесь, блин, кому надо, чтобы было слышно. Стрим не мочи меня слушать. Сейчас его должно быть нормально слышно, наверное. Нет, подожди, надо еще добавить тебе. Больше славы! Давай, пока город буду смотреть что-то. Тут, скорее всего, народ. Сава, говорил громче, ты там что-то бубнишь. Это непрофессионально. Я не стримлю сейчас, я расслабляюсь. Ну да, согласен. Я стрим скоро запущу, по визуальной новелле. Какой? Левиафан. Какой? Левиафан. Это что за такая новелла? Ну, интересненько. Ну, параллельный мир. Я есть знаю. Это русская, что ли, какая-то? Да, русские разработчики. Mm-hmm. Она интересная. И треки пару. Ну, их всего пара там, по-моему. Ну, посмотрим, зайдет, не зайдет. Просто я визуально новеллу не страшно стримить, она это, картинка видит. Там озвучивать надо. Ну да, не без этого. Но какая разница, если кто-то, я не успел меня услышать из-за лагов, он всегда может прочитать на экране. А если он сидит с калькулятора телефона? Ну посмотрим, о чем он решил. О, это прямо другая гранатами. Ой-о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 й-
Где-то я броню видел. На С вот эти два гада были. Бляха, муха, блин, еще и вальнули, епта. Да иди ты в жопу от меня, я за грузовиком. В жопу дроп прилетела! Слава, где ты? Мать твою, 8 хп! Ты где? Ой, нас просто трахнули в жопу, блин, обоих. Мысли не ругайся, как тут не ругаться? Даже не добил его. Я забыл на дробовик поменяться. Я хотел вообще гранатометом шлепнуть. Что-то чат какой-то слишком непрозрачный, по-моему. Блин, ладно, беру его нафиг, нафиг он нужен вообще. Ну чё он только место занимает? Ага. Чё тут одна Вика, которая сама собой? Давай ёптану. Одна Вика просто смотрит и всё. Но жрёт он много, да? Потому что без анонсов. Да и ладно. Я вообще-то написал в переписку. Как бы. Там заранее, не за 2 минуты, за 5 минут до начала. Ловушка яра. Вот она у нас срака. Да кто? Вика пишет. Ну я же читал свои сообщения, ну блин. Вика, бывает в жизни огорчение. О, на змейку. Опа. Что это? Нет, просто. Угу. Так, ну-ка. Что там? Что там, что там? Ну-ка, что-нибудь вкусное? Ой, молодец, дедовский дробовик. Вкусный дедовский дробовик. Угу. Что тут, пистолетик? Ну, вкусная ямочка. Ай, какая вкусная. Ой, вкусная снайперка. Ну ты, блин. Голубая. Баба летит на зонтик. Венни Поппинс, да.
Аля-ля, порвана. Аптечка. Ой, хорошо. Это вполне неплохо. Это по возвышению Мэри Поппинс, которая решила подзаработать по-быстрому. Сыграть в игру на выживание. Я хочу сыграть с тобой в игру. Только зеленая. Что ты взял? Ага. Ауш, каляра, порвана, сарака. Чё? Да это парус есть. Порвали парус. Каюсь, а тут ауш, каляра. Ау, дельфина. Зарезана брюха. Винтом. О, мы в зоне. Чё ты так мало человек убивает, алё? Ребята, нужно активизировать по-быстрому. Нам надо активизировать просто. Нас ждут, чтобы мы убивали. Угу. Там мне нету материалов, чтобы строить. О. Блин, сундуков нет, нихера нет, что за деваты? Нет, это ты дробовик оставил. Угу, спасибо. Да. Так, патроны заутал, да? Все. Ага. Чё, все? Вика, чё все? Я не понял, чё все? Чё? У него внезапный приступ. Чего? Типа. Так, не вижу нигде никого. Ты шо, Вика, тут творишь? За беззаконие. Пошли мне в сторону, идем сходим. Что-то у меня FPS падает. Да не понял, компьютер, ну-ка быстро активизировался. Вот, 40 FPS. Стоило только сказать, блин, опять 25. Вика, так чего тебе приступ-то, объясни. Так, вот это пишет, это непрофессионально. Так, все, вырубай нахер. А, глядя на говорит, что непрофессионально, это стрим отключает. А, блин, я же выбил браузер, выбил стрим. Гений просто. Я сундук слышу себя. Ага. И в сундуке у нас башурма зелье. Вот, честно, я даже не знаю, где мне брать. Тебе башурма зелье нужна? Я уже сожрал. А, ты протоколешь? Да, вот на обвинке возьми. Так, а теперь я не вижу Вики на комментариях. Что мы делаем? Вижу дроп. Далеко, далеко. На МД. Так, что теперь делать? Надо теперь запустить лично на телефоне. О, у меня же теперь удобная клавиатура, на ней же можно поставить вот клавиши. Ваш дома клавиши. Так, все, Ника, можешь писать. Так, нам тела идут. По-моему, Вика ушла. На НЕ. Где? А? Из города. А, вижу, 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 вижу. По мне стреляют. Так, гранаты остались там. Попал два раза. Я тоже на броню. А, у меня хорошо попали. У него снайперка, видать. Чё гранаты не взрываются, не пойму. Нихера они там застроились-то. Жесткие. Ливануть решили. Не ушло. А, это я ушел, типа, один. У меня просто один из этих показывается. Я подумаю, что за херня. Ой-ой-ой. Понял, все. Все, ребята, вопросов не имею.
сундук okay. Ага. Я хорошо так продамажил. На 40 уровень. Автомат с прицелом. Тут защитное зелье, иди возьми. Слышишь, наверху на здании сюда. Я бегу, я бегу. А где эти гаврики-то? Они где-то там бегают. Они в здании заныкались, я больше не видел пока. Mm-hmm. На него. На 10 выстрелов, быстрая винтовка. Они к нам подбежали. Ну иди сюда! Хватит. Ага. Такого я не ожидал. Эх. Чё ты? Да не вытягивает моя банка такую дичь. Угу. Не вытягивает. Можно, конечно, сейчас включить режим ультрапроизводительности, блин. Ой, чё ты, Саша? Но тогда будет всё размыто, я нихера не буду видеть. В этом проблема. Да хотя бы видяху бы поменял, уже было бы. Так у меня две видяхи, не по идее. Вообще, я думал, что типа, если у меня будет две видяхи, типа одна обрабатывает стрим, а вторая ага. обрабатывает игру. Блин, нихера так не работает, ёпта. Они не хотят так работать. Они хотят нихера не делать и греть не компьютер. Ага. Ай-яй-яй. Так, что куда? Ты давай. На дома? Давай на дома. Ой, ел твою мать, улетел. Хотел карту открыть. Ну, оп, я выпрыгнул. Ну, лети на дома, не знаю, или что. А, давай, долечу. Не, подожди, а ты где? Ну, может, на этот... А, нет, ладно, не полечу, но на этот. Как его на... Блин, на завод, короче. На заводы? Мика, чё молчишь? Где Киев? Главное, чтоб у меня гостей не было, понимаешь? Если это тебя пройдут по-любому. Спасибо за винты, конечно. Это прям не очень помогло в борьбе с врагом. За броню тоже спасибо. Жизнь потек. Ты за душу под винтом. Патроны. Я могу патронами от винтовки. О, мы были ладно, все. Уже накидать патронами. Вот. Ты летишь? Нет. Это где? Опа! Подами рядом. Контейнеры. Так, у меня кто-то ломает. Ломай его. Есть. А где? Кто? Побежала она, блин, побежала, ё-мо. Ничего ты там. Устраиваешь. Так а хер ли? В смысле я не читаю? У меня телефон лежит как бы специально для тебя, Вика. Стрим для тебя, комменты для тебя, ты чё вообще офигела?
вообще взорвать. Раньше было лучше. Ты где летишь-то вообще, не пойму. О, ё-моё, а что так далеко от меня? Где упал? Блин, Сава, я додумал, ты не близко ко мне. Я тут уже приготовился, тебе дроп давай. А, да. Ну ладно, чё, побегу. Зато я зона близко. Убил? Кого убил? Чё убил? Вика, попонятнее объясняйте, пожалуйста, я не понимаю, я тупой. Бабу завалил. А? Баба почему-то кстати, была одна. То есть она сразу упала. Ага. Интересно. Мне это удивило. Ну, может быть, она... Ты меня не любишь. В смысле, Вика, я тебя не люблю? Ну, ты ж не валя, правильно, я тебя не люблю, конечно. Ой, тут башурма есть. Которая сиреневая. А, я помню, уже работаю. Вижу тебя. Иди за мной. Блин, Слава, ну... Я далеко. Да. Я не виноват. Она где, сама они тебя не бьют? Погоди, я бегу, будут. Я бегу. Держись, спрячься там где-нибудь, пожалуйста. Нет, все, они меня. Блин. Попнули. Уроды. Вообще. Я только в туннель зашел, они меня попнули. Вика, не его и все, поэтому мне тут. Было хорошее? Ты что, хорошее было? М-то долба. Вот я за тем туннелем умер. За тем туннелем? То есть дом залутан, да? Скорее всего нет, я... Ну да, скорее всего вообще должен быть залутан. Там есть стены нету сверху. Да, все. Сучка, куда побежал, ёпта? А! Больно же! Давай, болей. Встать, ёпта! Давай, петушар! Знаете, не те петушары, которые меня завалили. Это вообще какие-то донные ребята. Почувствовал даже. Тут уже все у меня есть. Броню так, я. Слава, умер, не бережешь его. Так а хер ли, блин, он выпрыгнул сам? КЗ где, блин? Да, в начале. Я ну, шкафу. Ты выпрыгнул, и я тебя не уберег, типа Вика он пишет. Так, где ты дробовик? Ой, дробовик М-ка. Что, забрали что ли? Прямо еще беги. Я на улице был. Да забрали уже, поди. Где слева? А, нет, забрали. А, так это пистолет! Ну, пистолет тоже, конечно, плохо. Для меня-то особенно. Что-то нормально светит, так пушки-то поправили, МК теперь нормально так стреляет. Ну, в смысле, кучно, достаточно. Ну да. Теперь калаш, в принципе, не сильно-то и нужен. Кто-то тебя кто-то убили сзади класс. Или как? Нет, они выходили из томатоса. Они уже вперед убежали. Да, мне винтовку купили, конечно. Желательно полуавтоматически. Там можно хотя бы обычно. Будь здоров. Спасибо. Чекнешь, как собачка какая-то. Вот они. Да, вот вижу, эти, вижу. Я не буду к ним лезть. Опа! Кто? Вижу. Я попал со скудов. Как хочу ты мне вон бегать на крыше давно. Ага. Что, стреляются между собой? Не, я по краешку зону пойду в тем доме. Это мне, конечно, надо в губ туда. Вы опять спать не собираетесь. Я хз Вик, если честно. Ой, ну да, пошел в домик он называется, ага. Ну. Домика, блин, уже и нет. Без крыши и двери.
Можно, я чего это расчехался-то? Слава, ты чего расчехался? Не знаю. Заболел что ли? Любви не хватает, тепла, заботы. Ого, ну, а что с убил? Я вижу. Залутали и сбежали с собаки. Вон еще что-то вон висит на этом. Это бинты, по-моему, да? Ага. Бинты, вон там еще что-то лежит. Еще лекарь. Я сейчас тела справа подойду. А нет, сзади. Будут бежать, если они со сходов. Они сзади бегут. Да пусть бегут. Их тут забегают, съемы. Ах ты падла! Нихера себе. А что так жестко-то? Там, скорее всего, полуавтоматическое. Что так можно? Можно так жестко не стоять? Я не походу голову посмотрю в плане. Да. Бежит. Бляха, вон бежит. Тело уже это. А! Камень! Да! Да. Вову крушить, Вову ломать. Чё-то ты, Вика, поздно отреагировал. Кто же может? Не, ну их было слишком много. Вову умирать. Спасибо, Вика, ты обо мне так заботливо говоришь. Блин, не пойму, вот у меня начинает типа 27,9%, 27,3%, а куда делись еще 50%? Винтус 10, блин. Все для твоего удобства называется. Вот так вот. Не забывай про задержку. У меня центральный процессор загружен на 50%. На физической памяти 93% задействовано. Да? Загружено. Да. Вот, у меня на 77% загружено. На физической памяти или сколько загружено? А у меня 16 гигабайт же. И сколько у тебя загружено? У меня 45. У меня 93. Так, что на ком? Давай на ком? Да, блин, теперь... Что ты опять? Косячил? Нет, нет. То есть, я уже вчера летел. Там уже летит, кто летел на пол. Да, дома. А, нет, не летает. Хотя нет, на дома тоже летит. Угу. Я-то буду быстрее, чем он. Я же Володя. Я умею летать быстро. Из поворота. Так, давай. Нормально, пожалуйста. О! Ты чё? Ты чё, пёс? А ну ушёл от меня! А ну отошёл, я псих! У меня справка есть. Гандоны, блин. Взяли меня, блин, начали вдвоём, блин, кирками своими ссанами мочить. Фу! Я аж материться начал. Ай-яй-яй. Разряжаемся. Почему у меня было 14 патронов, а стало 13? Можем пойти. И они, конечно, молодцы, блин, вдвоем меня за это... забить, блин. Я еще с калашом был. Прикольно. Вот я уже валил, у меня бинты были. Так. Нет, я уничтожил дух гранаты. Так не достанься ты никому. Ой, Володя, как сапожник. В смысле? Я даже, кстати, не матерился, я просто ругался.
Вика, не надо мне тут. Ой, веруйте, навешивай. Да. Так, мне. Господи, да опять вы! Эй, слышь, дробовик отдал, падла. Что-то я прям разошелся, смотрю. Что-то меня эта игра из меня психа, мне кажется, сделает. Немножко. Так, ладно, я зачем-то перезарядил калаш и выбросил его. Логика зашкаливает просто. Логика. Где? Логика. Ничего не надо мне тут. Сам сказал, что материться начал. Ну сказал и сказал. Он точно не говорил. Сава, ты идешь? Куда? Ко мне. Ты че? У меня тут зеленая эмка. Вау. У меня тут башурма сиреневая. Ну ничего. Да, есть еще обычная броня, кстати. Я, пожалуй, ее выпью. Смотрю, ты аптечку-то юзал. У меня еще одна есть. Ну хорошо. А, есть еще одна, кстати, еще одна броня есть у меня. Или просто места нет уже. Да бегу я, бегу. Ты где? Да. Далеко от меня? А, так мы в зоне. Мы в зоне, два. О, нифига себе. Разбил этот ящик, а там патроны, да. На самом деле с ящиками залутал. Ну они просто такие побои в элементе мебели. Обана. Что построить там? Строитель. Ой, блин, а башурмат лежит наверху на крыше. А, сейчас построю тут. Вот так вот. Это новый дизайн. Новый дизайн. Все, беги сюда. Бегу. Ты что, хочешь взять калаш или эмку? Эмку? Ну бери тогда зелененькую эмку, тут она лежит. Еще бинты, дробаш есть. А я дробаш это возьму, дорогой. Да, видно, я разнес карту. Это моя чистится. Что забрал? Ага. Сейчас выпью. Бахнуть надо. Бахнуть. Бахнуть. Здоровье. Разнес карту и вынес. Я еще вот так могу голову слышать. Ой. Да, плюс стенку что ли можно, что тут будет земля? А, вот. Оба такой. Чё нахер разрушает? А, Володя крушит, Володя ломает. Все, просто, блин, свидание тут даже. Ну чё, там чё не разрушают? А, там ещё попробуем осталось. Она сейчас разрушится. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Там пистолет, там что-то. Так, не зарядился. Вика, ну-ка пригласи-ка нам еще фалфрик. Перезвы-ка нам посетителей. Гости звать не буду.
Ну и ладно. Ну и пожалуйста, не больно ты хотел. Сегодня, кстати, прикол такой был. Андрей Плетнев такой ко мне подходит. Что-то начал разговаривать и говорю, ты что типа тут делаешь, Игорь, быстро на работу устраивайся, типа. Ой, не на работу, типа иди быстро в школу, типа, ну, доучивайся. А вчера просто на стриме Фалькона были я, Вика и Андрей, вот этот Плетнев. Вот, и там, в общем, был разговор про то, что, ну, типа, ему надо учиться, а он как бы не знал, что, ну, Невок это я. Он говорит, типа, ты откуда знаешь все это? Я говорю, типа, я как бы там что-то сидел, о, кстати, снайперка лежит. Вот, я ему говорю, типа, ну, я сказал свой. Вы, типа, никому про это не говори. Вот, зеленый калаш, еще одна башурма. 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 Да хотела к тебе в гости, Вика, ты сама меня прогнала только что. Так, что мне делать? Я, наверное, башурму выкину. Я выкину. Какую? Так нет, она у меня уже 100 всего. А, мне башурма. Она маленькая, в смысле. У меня вторая есть маленькая, да удаленькая. У меня ППшка-то сраная, я бы не упал. У тебя что, оружия нет? Есть. Я в зону побежал, короче. Ты башурму выкинул там? Там, да, осталось. Здание. Не вру, Вика, не вру. Вру, Вика. Рубика. Кстати, знаешь, что сегодня какая-то акция ВКонтакта, типа, можно анонимную запись ставить, если... О, прям как в далеком 2010-м. В каком? В 2010-м. Там можно было вопрос оставить. Нет, там прям можно было эти оставлять анонимные записи. Разве? Да. Ну вот, видимо, они увидели старый код и решили вспомнить старое. Было. Смотри, какие дома остались. Какие? Какие? Нормально, такая дырка просто в полу, блин. Погреб, ё-моё, дедушку. Могилу выкопал. Чё ставить, Вика? Чё ставить? Я не понял тебя. Две бабы. Где? Вы шуметь начали, не слышно. Да, я говорю, типа, можно анонимно оставлять запись на стенке у кого-то человека рандомного. Он, типа, никогда не узнает. Даже он не узнает даже, кто залайкал, по-моему, что-то такое там было. Ой, анонимно. Да, тела вижу, на тело, точнее, на 105 бежит вдалеке. В домик забегает. Ну, далеко от нас очень. Я думаю, даже нас не увидит. А, на НЕ строится. Прям на глазах. Где? НЕ 30, НЕ. Ты далеко за столом. Ты не видишь куда? Нет, не вижу. Уже стоит лестница. Вот прямо лестница. А, все, теперь вижу. При мне строилась. Так, куда мы от зоны бежим, Сав? В курсе? Нам надо в другую сторону. Побежали в город. Дропа, конечно, у нас не очень много. Ага, и он не очень хороший. Ну, у меня нормальный. Ой, дело. У меня пистолет зеленый, дробовик зеленый, винтовка розовая и автомат зеленый. Я надеюсь, Стивом... Не, прям надо мной. Мы бежим, дроп упал, и мы с Стивом вцепились. В общем-таки у меня винтовка и на пистолете 8 патронов, и у него там дохера всего. Долго с ним танцевал, а все-таки он меня завалил. Что, победили, побежали друг друга брать? Чайник. Ух, я бегу дроп брать. Он на небе. Где? Кто-то куда? Постройка на Е. Ага, вижу. Там стреляются. А где-то дроп-то увидел? А, на С снова. Yes. Давай побежим аккуратненько.
аккуратненько, я уже за домом. Я понял тебя. Давай меня. Я вообще-то в городе просто. Так, что-то ничего нет. Я прям в зоне, прям на краешке. Угу. Вот ты открыл? Нет, я еще не открыл его, так теперь я открыл. Человек, интересная игра? Хоть интересно наблюдать за ней. Скажи нам. Еще одна башурма. Это моя башурма, я ее выкинул. А? У меня автомат с прицелом. Автомат с прицелом, да? А гранату не будешь брать? Тело вижу. Или нет? Мне некуда брать. Нет, есть куда-то справа, справа, справа. Сзади. Сзади, сзади, сзади. Вижу, вижу. Тяжело. Хорош. Рано. Они восстанавливаться пошли. Давай, я сверху, ты снизу заходи. Сбоку, сбоку заходи. Ой, хорошо, ой, хорошо-то как. Вообще неплохо. О, подкормил он меня, братан, подкормил. Как, брат, как надо, прям подкормил. У тебя есть же патроны, да, на скорострельный этот? Ой, на снайперку. А, на снайперку, да? Да, 12 патронов. Давай. Что-нибудь у них интересно, что-то было? Фиолетовый дробовик, да? Гранат надо взять. Бери, мне некуда. Мне тоже некуда. Ну, прямо вижу тело на 15. Если бы это надо было на работу, она была бы интереснее, вол. Чё за дропы FPS, алё? Комп. Хорош. Ёпта. Чё за дела? Тело вижу прямо перед нами. Вольнул. Я его тоже их вольнул. Кому засчитали бы? Мне одного засчитали, тебе одного засчитали. Да? Наверное. Надо в зону бежать. Так, мне надо это, знаешь что? Мне надо зону на дробаш. Смотри за мной, сейчас подойди. А мне 5 хп. У меня птичка есть, свой. Бежит к нам. О, где? На вон. Мимо пробежала. Птичку надо, надо тебе. Да нет, нет, я сейчас аптечка и башурму фиолетовую заюзаю. Да, ну. Слава! Ранил, 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 ранил. Где второй? Не знаю. Убил. Ух, не лута. Где третий, Мадри? Ух, надо в зону бежать. Я до магазина побежал кого-то. Так. У меня там пушат. Я не знаю, что мне выкинуть. Мне 50 хп. Блин, я бы пистолет, конечно, собрал на самом деле. Я тоже выбрал, но выбрал. Ну ладно, подожди, сейчас я сделаю проще. Сейчас бегу за пистолетом по-быстрому. А я возьму, у меня есть место. Да, принес. Все. Так, сейчас сделаю. У нас аптечка-то есть? У тебя аптечка, что говорю. У меня нет аптечки. Так, чё хотел? Ох, Вова, у тебя хп-то мало. Сейчас я восстановлюсь, у меня же птичка, я тебе говорю. Я понимаю, 9 человек осталось. Чё у тебя? Я говорю, 9 человек осталось у меня. Так, на тебе эти гранатометные патроны возьми. Ой. Тело вижу прямо перед нами, на Е, пробежал только что за дом. Бежит, блин, у меня опять лаги. Собака, компьютер, блин. Слава, живи. Воу. Я живу. Надо, чтобы меня не поджали сейчас сбоку, блин. Справа. Вот я тоже переживаю. Я и хотел на крыльях зоны остаться, чтобы не поджимали. Так, где-то справа от меня за пригорком, короче, стреляются. И стреляются. Видишь, где я стою? Подойди ко мне. Кто ловушку здесь поставил в доме? Похоже. Угу.
А, в доме, за гаражом, за дверью. Вот за дверью прям я на него смотрю. Вот за гаражом. Это недалеко, мы с разных сторон. Иди сюда ко мне лучше. Так ты не в зоне, а я в зоне. Ага, ладно. Я его жду на выходе. Ага, он там. Там, да? Ну, я его видел, где-то между гаража и... Вот я тебе говорю, он только что, вот я его минут назад здесь видел, вот здесь, вот за дверью. Где-то вдруг падает, рядом с нами, походу. Нет, не рядом с вами. Мне кажется, он с той стороны дома вон там. Нет, он в доме сидит, стопудов, где-то на... 6 человек. Да-да-да, вижу его, вижу. Он, я не знаю, спалил он меня или нет, вижу. Но он за стенкой прячется. Хорош, хорош, Слава, вообще красавчик, у него гранатомет все там был. Бери лучше такой гранатомет. У меня такой больше нравится, но у него базука. Я тебе говорю, базуку лучше бери. Ну ладно. Просто я сейчас на короткой дистанции, вот это место лучше. У тебя есть место? Да, есть. На тебе лучше базуку. У меня патронов на ней нет. Ну, иди сюда, поднимись ко мне, я тебе дам ее. Ведь мы с тобой тактики, слушай, я прямо вообще, я не понимаю. 5 человек осталось, Сава, мы с тобой остались. Ага. Это, 3 человека осталось. На тебе 6 патронов. У меня 6 на это, у тебя 6 на это. Так, надо сделать. Что делаем теперь? Не, мы сейчас посмотрим. Ну что, строимся тут, может? Ну, хочешь строиться? Ну, а что делать? Давай строиться. Вижу дроп. Не, еще один дроп не вижу. Не 2 дропа вижу. А оба рядом с нами относительно. Побежим, нет? Да нет, зачем нам? Тебе что-то не хватает? Ну, на дробовик бы патронов побольше. Хотя ладно. У меня 62. Могу отсыпать. У тебя сколько патронов? 33. Да куда тебе хватит? Ты перезарядить как не успеешь. На тебе еще 20 патронов. Давай. Нет, подожди, мне 35 не хватит. Сила, видишь вообще? Опа! Снайпер хорошо сработал. О, я уже внутри, не знаю, не увидел. Я хилюсь. Он не работает. Лучше зайди. Сейчас зона сократится, снайпер в упор вообще ничего не сможет. А, дроп забрали. Бутылкой стреляет, был дроп. Сейчас я его словлю, эту гниду, блин. Пау раз, пау два. Не там. Ну, где-то там. Не повалило. У него тогда снайперка, походу. Попал! Попал? Да. Что попал? Или как? И броню снял, и хп снял немножко. Я потому что с того второго почти снял со снайперкой. Ой, зона сейчас сокращает, значит, поджимать. Стой. На. Ух ты, меня в башку попал. Уйти успел, конечно, но вот тут стой. Сейчас их подожмет, нахрен, но не успеют. Там их, походу, второй поджал. Ага. Там идут гости, мне кажется. Слышишь? Ага. Сейчас ждем. Мы не в зоне. Иду. Вижу тело. Где? А, он заходит, сэн. Господи, что происходит? А, он был снизу, блядь. О, вот постройки той на мне. Сверху. Господи. Стреляют. Он прям в углу сидит. Где тела-то, ёпты, я не вижу их. А второй вон стреляет на НВ. Тут сторону попал. Блин! Эх, вторые мы. Я запутался в этих странных постройках, блин. Хотел крышу построить, чтобы тебя сохранить. Ну ладно, надо было меня кидать. Блин. Да как тебя кинул, блин, братюня, ёпта. Да, смотри, как стоп 2. Мы бы могли рубануть, если бы этот меня снайпер не снял. Кривой, сука. Тогда бы мы этих вальнули, потому что я его увидел, а второго я с крыши не увидел. Я 5 человек завалить умудрился закатку.
Я помню тоже. Знаешь, мы 5 квадров, 5 пар завалили. Mm-hmm. Так-то неплохо. Ну да. Ну, учитывая, mm-hmm. что первые были у меня донные, ну, в смысле, они были это, нулевые. У них ничего не было. У меня-то донных не было. Песос. Фига, блин. Ну, блин, конечно, да, они нас с двух сторон раскидали жестко. Ну, извините, Вика, мы не военные. Ну, хотя ладно, слава военный, я нет. Да, блин, если бы мне, говорю, снайпер тут не снял, они-то те двое сняли, если бы меня не снял, тогда бы мы этих сняли, Педик. Я бы того, который заходил вот не с холма. Да, нам просто надо было строиться, но мы не успели. Вовремя это сделать. Вика такая, вы чисто 5 минуточек, вы не включаете только. Но Вика очень вовремя, да, конечно, решил отлучиться от нас. В самый разгар войны. Сбоку, сбоку заходи! Можно с тобой прям нормально по тактике посадить, буквально. Ну да. Мы уже заходим с двух сторон. Дробовик прям выручает иногда. И игра не может. Дробовик очень выручает, я бы сказал. На змейку или на дома? А, подожди, дома далеко. Да и змейка далеко. Тогда куда? Не, давай на. Нет, давай на змейку. Вот. В итоге так и не включилось еще. Ну все, может включаться от начала игры, ничего интересного. Не так-то, игра сейчас меньше лагает. Меня, по крайней мере. Ну, понятно. Если мне даже со стримом 45 FPS сейчас. Ну, я в смысле, у меня интернет не лагает. То есть редко скачок происходит. В недостройке есть здание. Да. Есть? Ну, это здание, блин, сундук. А. Хорошо. Вика, я просто ножку хотел почесать в старт спустую. Это еще 5 минут, что ли, я хотел чесать, Вика? Ничего, это жестко это, блин. А, ну спасибо за кирпич, конечно. В кадре я такой, ну, понятно, я понял. Печка, охой, по фишке дробовик. Патроны. Замечательно. Да. О, да, гранаты, ПП. О, да. Сегодня, кстати, танцевал на автомате, носки подобрал нормально и не скользят. Нормально? Ну. Ну, правда, у меня ноги устали после трех песен. Ну, в смысле, я... Когда без не держишься за платформу сзади, вообще, короче, невозможно, да. Потому что... Это... Ну, слишком сильно ошибаешься, когда на платформу нажимаешь, у тебя в итоге в ноги отдает какая-то жесткая часть. Металлическое. Блин, тебе видать стрим идет, ты иногда видишь, как пропадаешь. Че? Пропадаешь в дисколде. Я всегда пропадал. Блин, понимать. Быть там император, но ты пропадал. Так построено. Вова, строитель отвода, блин. Так, у меня есть. Тебе она нужна? Да я еще что-нибудь найду. Дробовик у меня еще есть. У меня тоже есть. Че? У меня тоже есть. Ну то есть я патроны беру, да? Да, бери, у меня 20 патронов. В смысле, у меня дробовик нормальный, который тактический. У меня тоже тактический. Все, вообще зашибись просто. Естественно. Томат в целом у меня еще есть. А, ты уже убежал, что ли, от меня? Ну, я уже не достой. Ах ты негодник, что если снайпер ты там заберёт с дробовиками? Может, с пистолетами. Пистолет, кстати, выручил меня в трехатке, между прочим, очень сильно. Я в него верю. Ну, в смысле, я забыл вам отключиться, а я такой окопанный. Угу. Это здесь уже? А, ты вообще не со стороны делаешь. Я появился с тобой. На бинтине ее. Ножки свои клемушки нажил. Ну, они большие, они долго морозили. Да ты не... Слава, как обычно. С любовью и заботой, блин.
корочки. Так, вороги где-то есть? Слава, слава. Двери закрыты. Вики, хорошие ноги, что ты начинаешь? Вот, длинный карась. Я все ноги окорочками делаю. Ага. Руки стыли. У тебя тогда... Нет, у тебя не сабдельки. У кого сабдельки? Не знаю, у кого. Сабдельки? Выиграй сабдельки. Это как это... Настя пишет в Твиттере, типа... Ой, по нам работает на N. N работает? А, вижу. Я к нему бегу, он прям рядом со мной. Ух ты, тоже прибыли. О, я его вольнул. Молодец. Я тебе помог. Ну. Да я вообще не ожидал, что он так близко будет. Ты винтовку возьмешь? Надо есть. Сейчас. Побегу. Бери. Что это за винтовка? Ну, обычная дефолтная. Есть синий сиреневый ПП. Я видел, видел, я тебе повторю. У него всего 12 патронов у него всего лишь. Не, бинтов до хрена. Я их не знаю, 15 бинтов, одна птичка. И 6 гранат. Пистолет. Ну, сейчас аптечку заюзаешь. Ух, точно. Прикольно. Короче, Настя такая пишет, типа, сидит деваха, у нее кое-что ляха, типа, как все я. Типа жрет бургер и еще заедает это все этим яблоком. И похер ли ты жрешь? Такая добрая, знаешь, вообще просто. Ну да. Я ожидаю, никто. А где-то присесть, не а, ты время есть. Мы на зону сейчас добежим. Присядем. До зоны. Накали мне купола. Кольщик, накали мне купола. Что-то там икона. Что-то там икона, да. И все. Буду ломать. Ля-ля-ля-ля. В этих все чисто, не? Нет. Тебе, кстати, нужен автомат с прицелом, скажи мне. У тебя есть автомат с прицелом? Да. Я же с него начал стрелять. Но он, блин, мне еще что не нравится. Он... У него урона мало очень. Ну, нет, всего 20. Я сейчас захилюсь, а нет. У меня автомат есть. У меня автомат есть. Есть патроны на винтовку, может быть. По-моему, были. Ты все, зоны. Пойду в угол сяду. Заптилюсь. Ну как плавненько это все. У меня 29 патронов на хайперку. Херасси. Давай сюда их. Ну у тебя все. Ах, хотя ладно, все пока. Все. Так, вот. Вижу тела. А, нет, это не тела. Казалось. Какой зал? Какой зал, Андрюс? Какой зал, Андрюс? Кстати, тут дезинфицировался. О, окей, только Т-чка вижу. Так, что тебе нужно? Нужен автомат с прицелом, да? Давай. На, держи. Я печку заберу. Так, где-то работают. Что где? Что где-то какой-то кипиш был. Не вижу, не слышу. Я слышу. Не пойму. Кстати, 34 человека всего лишь осталось. Вижу тела, сзади бегут. Где? Ой, а, вижу. Сейчас их встречу. По мне где-то работают. Они бегут. Вова, видишь меня на карте? Вот тут два тела бегают за забором. И там еще бегут. Ой, твою мать, пиздец, короче, Вова. А, стоит на крышу сложно. Где идет? Меня добивает. Алло, дядя! Ты чё, ёпта?
Да, конечно, минус, ну ладно. Минус один слава. Там еще тело бежало. Вова, сзади еще тело, точнее. Но ты его сейчас здесь не увидишь, он уже, скорее всего, прямо на складах. По-моему, патроны пробили. Ты посмотри, что у того второго тела было. И там да все фиолетовые. Да, уже вон, у него до хера всего. Дробовик фиолетовый, снайпер до фиолетовый. А не дробовик, это скар. Дрон помет. Вон он тело. А! Где? Вон он, вон он. Алло! Ладно, я понял. Я понял тебя! Давай поговорим по-мужски. Такой хоба, да, без палева сожрал. Ага. Ты чё, ёпта? Вот и поговорили по-мужски. Три кило. Хорош. Аптечку юзаешь? Да, мне их две. Ну, всегда я просто пёхну. Так, ну она зона близко, в принципе. Патрон на патронах, у меня там дробовик. Шара, блин. 23 человека. Как минимум 11 команд. А может и больше. Мне не помню, где снайпер работал, помню. И это вот этот снайпер, который бежал. Вот он, снайпер. Вот он, блядь. Сорян. Заматы? Хорош. Получи плюху в глаз. 4 кило. Что-то я разошелся с ним. Нам пора уже. Валить, ребят. А, бля, вон, вижу петушару. Здорово! Ах ты! Да, в смысле, я ему между ног попал, блин? Да. Да, чё? Алло, блин. Бежал. Как так-то? Блин, блин, вообще что-то... капец, я второй выстрел прям просрал. Да, чуть-чуть повыше помаханул. Стреляй сюда в область, в груди. Если чё, хоть в ногу попадёшь. А не-не-не. А не, он хилялся, походу. Да, он, скорее всего, мазался. Бум. У тебя даже с прошлого пистолета автоматы заводить, чтобы было просто. Сзади стреляет. Через. Вон бежит. Правее смотри. Тизер антомета работает, да? Он еще тебя спереди. Да блин, ну в смысле их так слишком много, блин. Да, 20 человек, да, с команд. Ну тоже. Ладно, это конечно я провафлю с тем этим. Ну они со всех сторон уже побежали, это было жестко. Надо спать пора. Время 15 минут второго. Я-то завтра отдыхаю. Иди ты в жопу. Я сегодня встал 8:30, вчера лег 8:30, а фонд откатал 2012. И сегодня весь день катал. Кого почти катал? Да на Xbox'е мой фонд соберу. А. 5 штук. А? А у меня игра зависла, кажется. Она походу мне намекает, что это. Иди ты, слово, в жопу, спать пора. Вика, между прочим, выиграть тут не так уж и просто. Так, пишет, блин, так, типа вы проебали. Так, ну вот мы топ-2 заняли сегодня, это неплохо. Все, у меня игра, короче, упала. Понятно. Как бы намекая. Угу. Иди-ка ты, слово, в жопу, пора спать. Я такой, мы с тобой наиграли уже 21 час 56 минут. Да, я знаю. У меня в соло 19 часов. Я уже в паре, у меня в паре каток больше, чем в соло. Вот у меня так же. Каток на 30. Ну ладно, все, на этом, я думаю, можно закончить. Ага. Вика, спасибо, что смотрел наш стрим. Наш стрим. Можем идти спать. Ну, вы можете идти спать, а может еще что-то. Ну, ты сейчас еще зависнешь, да? Ладно, все.